Ну, с этим можно поспорить. Ну, понятно. Так, я занимаюсь, я в сфере шоу-бизнеса? Нет. Нет? Так, значит, товарищи, я реальный персонаж, и смею предположить, что я мужского пола. Да. 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 Я мужского пола, я реален, более того, я существую в данное время. То есть я жив, да? Угу. Я жив, следовательно, я существую. Так, значит, я... ну, я не молод, да? Не молод. Я не молод, да? Более того, я, по всей видимости, и при этом еще и женатый человек. Ну, я думаю, да. Угу. Я женат и... Скажите, пожалуйста, меня можно увидеть в новостных программах? Да. А, нет. Нет, новостных нет. Я путаю вот эти две фамилии. Есть еще одна фамилия созвучная, как у Митя. Давайте подсказывать. Нет, я не подсказываю. Так, значит, ребята, мы играем в игру «Бесславные Люки». Я мужского рода.